Хайрли Дня. С добрым утром, уважаемые телезрители! Вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Сегодня среда, 31 августа. Несмотря на исключительно тяжелые погодные условия, 29 августа первыми в районе, да и по всей республике, земледельцы колхоза «Победы» выполнили государственный заказ 1994 года по продаже зерна. С хозяйства прибыло около десятка машин, груженных зерном нового урожая. О выполнении плана отрапортовал председатель колхоза Масуд Кашапович Кашапов. Мы, земледельцы колхоза «Победа», большой радостью и с чувством выполненного долга рапортуем о выполнении доведенного задания плана продажи хлеба государству. Несмотря на тяжелые, исключительно тяжелые погодные условия, благодаря самоотверженному труду всех механизаторов, работников зерноторгов, специалистов и руководителей по разрезанию, зерновые на сегодня скошены на 43%, а получено на 30% всей площади. Урожай составляет более 18 центнеров с гектара. Продажа хлеба сверхплана будет продолжена. То есть полуторагодовый план мы обещаем, и будет она выполнена. Наряду с уборкой зерновых в колхозе продолжается посев зимы, скирдование соломы, вспашка зяби, заготовка кормов. Полностью обеспечили себя семенами ржи. Успешно идут дела в общественном животноводстве. Мы благодарны за оказанную помощь в подготовке проведения уборочных работ администрации города и района, обслуживающим предприятиям и интеллигенции. Мы заверяем вас, уровень Нарзагатович, в том, что противопоставив погоды, сплоченность, умение и опыт, полностью завершим уборку зерновых и других культур, обеспечим себя семенами и кормами для общественного животноводства в достаточном количестве. Успешно выполним все доведенные задания, взяты на себя обязательства. Разрешите выручить. Девушки в национальных костюмах преподнесли пышный каравай, испеченный из зерна нового урожая. С успешным выполнением плана земледельцев колхоза поздравил глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Уважаемые работники коллектива «Элеватора», для нас сегодня всех очень радостное и приятное событие. Самыми первыми в нашем районе и в республике, наверное, даже труженики колхоза «Победа» выполняют доведенные государственным планом плана продажи хлеба государству. При плане 7500 центнеров они на сегодняшнее утро уже выполнили и продолжают перевыполнять доведенные правительством республики задание. Это очень приятно, очень радостно для всех тружеников, прежде всего колхоза «Победа», других работников агропромышленного комплекса района «События». Поэтому от имени администрации, лично от себя, от имени городского совета народных депутатов, уважаемые товарищи работники колхоза «Победа», труженики колхоза «Победа», мы поздравляем вас с заслуженной победой. Мы очень благодарны вашему кропотливому, добросовестному труду и выражаем огромную благодарность от имени всех жителей нашего Янаульского района. Желаем вам дальнейших успехов в ваших нелегких делах, доброго здоровья, счастья и наибольшего и трудовых успехов вам, дорогие товарищи. Я также хочу отметить ту большую роль, которую оказывают работники «Элеватора», специалисты управления сельского хозяйства, все труженики нашего Янаульского района, несмотря на самые сложные погодно-климатические условия, в этом году продолжают настоящую битву за выращенный урожай. На сегодняшний день в пределах 35% примерно, я округляю, скошено площадей и обмолочено где-то около 20% зерновых. Урожайность по колхозу «Победа» на сегодняшний день, как уже было сказано, чуть более 18,5 центнеров. Но это начало,
У них еще очень много предстоит работать по завершению уборки. У нас нет никаких сомнений. Они, безусловно, одними из первых в районе завершат уборку зерновых, выполнят все заведенные задания. Очень отрадно сегодня у нас большое событие. Еще раз мы поздравляем вас с заслуженной победой, выполнением плана сдачи государству хлеба. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Большое спасибо. Поздравлением также присоединился директор Янаульского элеватора Анфис Ахнафович Гильмуллин. Всех тружеников колхоза за вас самоотверженный труд и поздравляет вас с выполнением госзаказа 1994 года по заготовке зерна этого года урожая. Всем колхозникам мы желаем больших успехов в вашей нелегкой труде, тем более нынешний урожай 1994 года очень трудно поддается из-за плохих погодных условий, но тем не менее вы сегодня первыми в республике, да и в районе и республике, выполняете государственный заказ. Это очень отрадно и для вас, и для нас. Вы сегодня от нас, от нашего коллектива, примите ваш каравай, который спечен вашим зерном. Своим праздным украшением торжества стали выступления участников художественной деятельности районного дворца культуры Гульнары Шайдуллиной, Эльвиры Ибрагимовой, Салавата Хамзина, Ильгиза Каримова, Валерия Гайнуллина и Марата Садриева. В хозяйстве активно действует весь уборочный комплекс. Полным ходом развернулось сволакивание и скребдование соломы. На 29 августа скошено на 43, обмолочено на 30% всей площади. Урожайность составила более 18 центнеров с гектара. Продажа хлеба сверхплана продолжается. С очередной победой вас, победенцы! Уважаемые телезрители, наш следующий репортаж с августовской конференции учителей, которая состоялась 26 августа в районном доме культуры. Несмотря на холодную и дождливую погоду, у всех приглашенных было приподнятое хорошее настроение. Ведь новый учебный год – это как новая веха в жизни каждого учителя. У многих в руках были цветы, а в фойе на втором этаже была устроена выставка букета цветов. Работали торговые точки. На первом этаже был оформлен стенд адреса передового опыта «Учитель года 94». Для участия на конференции прибыли член Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан товарищ Шарифуллин Фан Шамсулович и ведущий специалист Совета Министров Виктор Александрович Лязин. Уважаемый Александр Викторович Лязин.
Открыл работу конференции глава администрации города Янаул и Янаульского района Зиязов Назир Загитович. Годы общественно полезный труд практически стал игнорироваться.
мероприятия и как повинность. Совместными усилиями нужно побудить у нашей молодежи учащихся интересы к прекрасному, доброте, чтобы все это делать с большим удовольствием и радостью. Товарищи, в первой половине августа районной комиссии проверена готовность школ к новому учебному году. Несмотря на серьезные финансовые затруднения, во многих школьных и дошкольных учреждениях проведены большие строительно-монтажные работы. Школа, гимназия, Староворяжская средняя, Евгениевская неполная средняя школа, Новоартовольский детсад, городской 10-й детский сад, за образцовую подготовку награждены почетными грамотами и денежной премией, отмечены также хорошие работы коллектива еще 9 школ и Максимовского детского сада. Но в то же время некоторых школах в подготовке нового учебного года не было уделено должного внимания. В частности, этой комиссии отмечен некачественный ремонт Бердинской средней школы. Видимо, директор этой школы, сельская администрация Бердинского совета, наконец-то пора делать соответствующие выводы и дать оценку своим действиям. Достаточно понятно сегодняшние проблемы учителей и в целом народного образования. От имени городского совета народных депутатов, местной администрации, я заверяю вас, что будут предприняты все от нас зависящие меры по созданию необходимых социально-педагогических условий. Затем выступил заведующий районным отделом народного образования Зикав Арсланович Хузин. Уважаемые коллеги, школа, как и вся Россия, переживает противоречивое время. Трудно в стране, трудно в школе. Общество живет и развивается военно-педагогической драме. И сегодня, хоть отставая, хоть опережая, школа вместе с обществом входит в штормовую полосу радикальных реформ. Входит, как и общество, медленно, болезненно, трудно. Ныне общеобразовательная школа нуждается в государственной поддержке, как никогда. То, что будет упущено, потеряно сегодня, завтра не навестаешь. Школа является сложной педагогической системой. Ее оптимальное функционирование зависит от множества факторов, но главным образом от профессионального мастерства учителя. Какого учителя любят дети? Доброго, знающего, справедливого анатомии и наукой о человеке. Понимать особенности развития детей разного возраста и внутренний мир, мотивы поведения, опираться на диагностику личности воспитанника, знание типологии ребят, уметь диагностировать и корректировать работу. Счастливый дар учительский, умение общаться с детьми, от этого умения зависит многое, если не все. Чаще всего в памяти детей остаются те уроки, не уроки, а простое человеческое общение, как самое дорогое. Товарищи, между тем на фоне громких лозунгов о особой миссии учителя, главной фигуры в системе образования, носители этой профессии превратились в социально незащищенных служащих государственной чиновничьей машины. Требуя качественного исполнения социального заказа на образование и воспитание подрастающего поколения, властные структуры даже не пытались проанализировать, располагают ли минимальными возможностями выполнять этот заказ социально приниженные, неустроенные в бытовом отношении люди. Сегодня настойчиво ставятся и требуют разрешения многие вопросы, связанные с социальной защитой учительства, как решающей силы всей системы образования. Как же обстоят дела с этим вопросом в нашем районе? Для усиления социальной защищенности работников народного образования в прошлом году подписано соглашение между администрацией города и Советом председателей правков народного образования. Согласно данному соглашению, сохранены льготы по коммунальным услугам для всех педагогических работников школ, нешкольных учреждений. Выделяются дотации на питание. Сельской местности предоставлены права на приобретение сельскохозяйственной продукции наравне со специалистами сельского хозяйства. Выпускникам педагогических учебных заведений, направленным на работу в сельскую местность, выделяются пособие на хозяйственные нужды в размере до 6 месячных окладов. За истекший период улучшили свои жилищные условия и получили квартиры в городе 8 семей работников народного образования. Также выделено 11 земельных участков под индивидуальное строительство в новом микрорайоне Восточный. По мере возможности молодые специалисты устраиваются в общежитие города. После капитального ремонта здания бывшего садика номер 13 переоборудовано под семейное общежитие, где сейчас проживают 3 семьи. В основном администрация города и района выполнила условия соглашения. Однако жилищная проблема все же остается одной из острых.
На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят 119 человек, из них 67 на получение, 52 на расширение жилплощади. Учителя школ района получают 10% надбавку к зарплате для приобретения неметодической литературы. Но находятся еще и такие, которые делают это с большой болью в сердце, что особенно ярко выглядит во время хода подписной кампании. Хотелось бы, чтобы учителя полностью использовали эту сумму по назначению, и каждый в достаточном количестве выписывал периодическую печать по своему предмету. Говоря о формах обучения и воспитания, мы нередко оставляем без внимания вопрос о школьном питании. А ведь это общеизвестная аксиома, что от питания зависит работоспособность ученика на занятиях, хорошее самочувствие. Правильное питание в немалой степени способствует долгой, здоровой и счастливой жизни. Многократный рост цен на продукты питания негативно сказался на уровне питания учащихся. Меню узок и однообразен, ассортимент блюд, требуемые физиологические нормы рационов питания не всегда соблюдаются. В настоящее время санитарно-техническое состояние многих действующих столовых школ не отвечает требованиям по площадям помещений, обеспечению холодной и горячей водой питьевого качества, холодильным и технологическим оборудованием. В конце своего выступления Зигафар Арсланович сказал: «Каждый новый учебный год – это год не только неизбежных трудностей, напряженной работы, но и год реализации творческих замыслов, радости общения со своими учениками, удовлетворения от крупных и малых педагогических побед». И пожелал учителям всего доброго в предстоящем учебном году. В прениях по докладу выступили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Янаульской школы-гимназии номер 2 Галиева, учительница Ахтиалской начальной школы Габдуллина, начальник городского отдела внутренних дел Гарипов, директор Янаульского дома пионеров и школьников Карамова, учительница английского языка школы номер 3 Исламова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 5 Ширшикова, директор Мисагутовской средней школы Такиуллин, председатель Татарского общественного центра Саляхов. Затем слово взял член Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан Шарифуллин Фан Шамсулович. Он поздравил всех учителей с началом нового учебного года. От имени Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан вручил почетные грамоты и поздравил с присвоением звания «Отличник народного просвещения» Республики Башкортостан Харисову, Султановой, Хусаиновой и Якуповой. Президиум от группы учителей поступило предложение перечислить однодневную заработную плату учителей района в помощь пострадавшим в поселке Терлянский Белорецкого района, которое было встречено с одобрением. Председатель районного комитета профсоюзов учителей города и района Гайнуллина Зинера Либиевна ознакомила присутствующих с выполнением соглашения об усилении социальной защищенности работников народного образования на 1993-94 год и огласила новое соглашение.
Очень содержательным, интересным и емким был портрет школы, который продемонстрировал коллектив Староваряжской средней школы. Добрый день! Здравствуйте, дорогие коллеги, уважаемые гости! С новым учебным годом поздравляем ветеранов, старых, молодых. С высокой трибуны посылаем наш горячий, пламенный привет. Желаем вам всегда быть веселыми, никогда не стареть, самое главное, не болеть. К ученикам своим быть добрыми, коллегам снисходительными. Не видеть ни горя, ни печали, жить, работать и служить, учеников своих любить. В тихом живописном уголке нашего района расположены 4 удмуртские деревни. Старый Варяж, Новый Варяж, Гудзи Варяж, Наняты. В этих деревнях живут добрые, трудолюбивые и скромные люди. Славятся они своими талантами, песнями, плясками, рукоделием, мастерами на все руки. Сократовой Зипины Галиевны. Северный, воевал в Киевский клуб, получить туда донат.
фактически стаж работы 32 года. Кайдашин Сергей Петрович с педагогическим стажем 47 лет. Ахмедов Аланур Асханович, педагогический стаж работы 40 лет. Амрира Фалзия Галиевна с педагогическим стажем 30 лет. Все еще трудятся наши вечно молодые ветераны. Шакирзянов Гадулзян Шакирзянович с педагогическим стажем 40 лет. И Гизатов Тимиргалий Гизатович с педагогическим стажем 41 год. Им посвящает удмуртские частушки наша выпускница, студентка педагогического училища Актарева Ильяна. Дорогие дети!
дети мои, поздравляю вас всех с праздником, с началом учебного года. Да, этот праздник каждый год вот так мы тоже встречали в Генауле. Спасибо дочери, спасибо внучатам, что они пошли по моим стопам и меня пригласили сюда. Спасибо всем учителям района, спасибо работникам РОНА, что устроили такой праздник. Я здесь вспомнила свою молодость, работу своих учеников. Завуч школы,
преподавает математику, остро реагирует на современные достижения педагогической науки и практики, смело внедряя в свою работу опыт новаторов, технически грамотный, всеми уважаемый учитель. Учитель трудового обучения и машиноведения Алетдинов Александр Михайлович. Дает участницам свои знания о тракторе, машине, воспитывает в них любовь к труду. Его воспитанники из года в год добиваются хороших результатов на районном слете юных пахарей. А ученик 11 класса Рахимжана Вильгиз вместе занял второе место на этом слете. Для создания благоприятных условий учебно-воспитательной работы большую роль играет воспитатель пришкольного интерната Зайнулина Дениса Александровна. В интернате она заменяет мать, создает для них домашний уют и тепло. Галиманов Владимир Галиханович. Вот уже 19-й год, много сил, знаний и энергии вкладывает подготовка юношей к службе в рядах вооруженных сил. Под его руководством наша школа с 1983 по 1987 год на районных соревнованиях всегда занимала первые места по всем видам спорта. Желаю всего самого доброго в новом учебном году. Здоровья, счастья и успехов вам! Конференция завершила свою работу, а затем был дан большой концерт. Как сказал заведующий отделом народного образования Хузин Зикаф Арсланович, рейс учителям предстоит длинный. 4 четверти, 9 месяцев, а дней и уроков не сосчитать. Не будем тратить силы безумно на ненужные споры, на зависть и обиды, на глупые затеи. Все, что можно не делать, лучше не делать. Поддерживайте в школе хорошее настроение, от него силы. Почаще думайте о тех, кого вы любите и кто вас любит. От любви силы. Милые учителя, хорошего вам настроения в новом учебном году. От первого дня до последнего. Уважаемые телезрители, на этом наша передача окончена. Всего вам доброго.